Всем привет! Давайте поговорим сегодня о складках, которые можно делать на подушках, на любом материале, штаны, рубашки и так далее. Как это все делается? Давайте вот на примере этой подушки рассмотрим. Добавим девайдов. Вот вы видите, что на подушке есть вот такие простенькие складки. Они делаются, видите, хаотично. В одном направлении никогда не делаются. Давайте разберемся с альфами. Откроем альфы, импортируем сюда уже готовые и посмотрим, как они работают. Ссылку на альфы я в описании кину. Так. Папка все для ZBrush. Можно каждому сделать. Проще будет искать ту или иную информацию. И вот они, наши альфы. Скачанные. Уже готовые. Давайте поставим Drag Rect. И увеличим Draw Size. И можно прибавить интенсивность. Так, выберем давайте какую-нибудь альфу. Ну, вот эту попробуем на углы. Вот так она может выглядеть. Вот так она наносится. Давайте рассмотрим еще одну. Эта альфа вот так вот может выглядеть. И также вот такие мне нравятся тоже альфа. Это вот можно делать маленькие вот эти вот. Вот такие складки. Убрав интенсивность, вы видите, что складка еле видна. Приятно выглядит. Так что можно их делать как захотите и где захотите. На любой одежде. Так, ну давайте теперь как сделать альфу рассмотрим. Уже видео есть. Ну, давайте другую попробуем сделать. Теперь именно вот для складок. Отключим наши альфы. Поставим preset. Так, уменьшим интенсивность. Сделаем make poly mesh. Добавим девайдов побольше, чтобы выглядела получше наша складка. И теперь можно рисовать вот обычно брашем, уменьшив draw size. Хаотично вот так вот делаете. Приблизительно вот так вот. И теперь можно еще так добавить. И теперь можно, нажав Alt или вот здесь вот переключиться с The Sub, вот этот. И вот что он будет делать. Вы видите, что он оставляет выемку. Можно вот так вот чуть-чуть подкорректировать, подрисовать, сделать углубление и так далее. Делаю быстро, чтобы просто показать, как это все делается. Также можно рисовать складки уже клей. Был даб, вот этот, обычно как мы работаем, квадратный. Вот чуть-чуть тут добавлять какие-то детали. Вот так вот. Короче, можно тут скопировать с интернета какую-нибудь текстурку и по ней уже сделать складки той или иной области. Теперь заходим в альфу, жмем GrabDoc. И теперь экспортируем эту нашу альфу на рабочий стол. Что такое? Так, теперь давайте откроем опять план 3D новый. Сделаем Make Poly Mesh. Добавим девайдов и посмотрим, как эта наша альфа будет работать. Поставим Drag Rect. Увеличим Draw Size. И вот видите, что вот так вот наносится альфа наша.
с квадратом вот этим. Это вот кайма границы нашего плана. Надо их убрать. Как это сделать? Опять же в Photoshop. Заходим в наш Photoshop и открываем. Давайте откроем нашу альфу. Найдем ее. Вот она у нас на рабочем столе. Вот так она выглядит. И теперь давайте нажмем правой кнопкой мыши на основную картинку и сделаем дубликат. Остаемся на дубликате. Что дальше делаем? Дальше мы заходим, находим инструмент градиент. Вот здесь он, правая кнопка, и на градиент нажимаете. Переключаемся вот на эту функцию. И теперь давайте редактируем градиент. Сделаем вот размытость, поставим и чуть-чуть так вот, от большего к меньшему. Ставим ОК. Заходим, находим нашу кисть. Нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем более-менее размытость. Вот жесткая, круглая. Мягкая, круглая ставим. Жесткости немножко прибавим. И размерчику ей дадим. Вот до такого размера. Вот так вот. Все. И теперь начинаем вот так вот смягчать наши грани боковые. Теперь поставим 50 или 95, кому как удобно. И вот так вот ее будем маскировать, смягчать вот эту вот грань. Так, теперь что можно сделать? Ставим, теперь опять выбираем инструмент градиент. Опять находим нашу вот эту вот функцию. Жмем ОК. И вот от нижней части вот так вот проводим. Все, мы ее смягчили. И теперь повторим чуть-чуть, наверное, еще вот тут вот пером. Вот так вот. Все. Теперь мы эту нашу альфу сохраняем. Сохраняем как? Сохраняем как PSD, PDF, PDD. Переписываем ее. Ну и в принципе Photoshop нам уже не нужен. Закрываем. Заходим опять в наш ZBrush. Открываем альфу. Находим ее. И давайте теперь посмотрим, как она сейчас будет работать. Вот вы видите, что уже она работает мягче. Уже не такие четкие грани. Их можно потом немножко смягчить. Можно сразу, когда вы лепите, смягчить, чтобы рисунок уже был мягкий. Это как у вас, как вам понравится. Уменьшим интенсивность. И вот так вот. Можно устанавливать наши альфы. Вот так смягчать их. И вот такой рисунок у нас уже будет получаться сбоку. Вот вы видите.
Надо, конечно, ее сделать качественней, не так быстро, как я ее намалевал. Но это у вас получится, думаю. В принципе, и все, что хотел показать. Ссылку, опять повторюсь, скину в описании. Вот на эти вот альфы готовые. Ну и свои делайте. Может быть, у вас будут классные какие-нибудь получаться. До свидания. Ставьте лайк.